Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, Бхагавадгита, как она есть, глава 7, текст 29. Мы прочитаем санскрит, пословный перевод и перевод стиха и комментарий Шрилы Прабхупады в Божественной милости Абхая Чарнаравинды Бхактивиданты. С вами Шрила Прабхупада, ачарья, основатель Международного общества сознания Кришны. Шрила Прабхупада ки джай. Джара марана мокшая мама шритья ятантие. Те брахмата отведу кришна матхиатмам карма чакхилам. Пословный перевод стиха. Джара – от старости, марана – и смерти, мокшая – для освобождения, мам – во мне, ашритья – найдя прибежище, ятанти – стремятся, е – что, ты – они, брахма – брахман, та – тот, видух – знают, кришнам – целиком, Адхиатмам – духовную, карма – деятельность, ча – и, акхилам – полностью. Перевод стиха. Такие разумные люди, стремящиеся освободиться из плена старости и смерти, находят прибежище во мне и служат мне с любовью. Они уже, по сути, браман, ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Рождение, смерть, старость и болезни связаны с материальным телом, но никак не затрагивают тело духовное. Духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет. Поэтому тот, кто обрел духовное тело и, став одним из приближенных Верховного Господа, получил доступ к вечному преданному служению ему, обрел истинное освобождение. Ахам брахмасми – я духовен по природе. В шастрах говорится, что живое существо должно осознать себя браманом, то есть вечной душой. Осознание себя браманом, как сказано в этом стихе, является также частью практики преданного служения. Чистые преданные находятся на духовном уровне, уровне брамана, и прекрасно знают все законы духовной деятельности. Встав на путь трансцендентного служения Господу, четыре типа преданных, имеющих материальные желания, получают то, к чему стремились. И когда по милости Господа полностью очищаются и обретают сознание Кришны, им даруется право наслаждаться духовным блаженством, общаясь с Верховным Господом. Те же, кто поклоняется полубогам, никогда не смогут попасть на планету Верховного Господа и общаться с Ним. На высшую планету Кришны, Галоку Вриндавану, закрыт доступ даже тем людям, которые пытаются осознать безличный браман и потому относятся к числу малоразумных. По сути, осознавшим браман может считаться лишь тот, кто действует в сознании Кришны, мама Шритья, ибо он стремится достичь высшей обители Кришны. У такого преданного нет никаких заблуждений относительно положения Кришны, поэтому он уже, по сути, стал браманом. Даже те, кто поклоняются Господу в его форме арчан, или кто избрал его объектом медитации только ради того, чтобы освободиться из материального плена, по милости Господа обретают знания о брамане и материальном творении, абхибхуте. Об этом Господь расскажет в следующей главе. Прочитаем молитвы Мангалачараны. Ом агьяна тимирандасья гьянаджана шалакая Чакшурунмилитам йена тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья манобиштам стапитам йена бутале Сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта падакамалам Шри Гурун вайшнавамшча Шри Рупам Саграджитам Сахагана Рагунаттам Витам Тамсадживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакхам Витамсчам
Хе Кришна Каруна Синду Дино Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Раде Вриндаванешваре Вришабану Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гуру Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхакти Виданта, Свамине Тинамине, Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Паштитя Дешитарине. Хари Кришна, дорогие преданные, еще раз, все, кто присоединились, я надеюсь, что по милости Господа у вас хорошо идет трансляция, потому что у меня видео несколько замедлено, то, что я могу наблюдать. Прошу прощения, если есть какие-то технические неполадки. Всегда в этом мире есть какие-то несовершенства, особенно что касается техники. Но мы приложили все усилия, чтобы, ну, с нашей стороны, чтобы эта трансляция состоялась. Спасибо вам. Мы сейчас, когда читали комментарии Шрилы Прабхупады, удивительно, я еще раз отметила этот момент для себя, что когда мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады, это может быть один абзац, два абзаца, три абзаца, несколько абзацев, да, буквально небольшое количество, полстраницы, чуть больше половины страницы книги, да, занимает, например, в маленьком формате. Но если мы стараемся осознанно, да, читать, ну, вдумываться в то, что мы читаем, я просто этот комментарий уже читаю не первый раз за сегодняшний день, и вот я сейчас читала вместе с вами, и я поняла, что здесь в каждом предложении на самом деле очень много написано, то есть это как такие, как сказать, это квинтэссенция, да, суть, там каждое предложение, каждый абзац — это целая огромная тема, которая описывается в Шримад Бхагаватам, в Чайтанья Чаритамрите, в Бхагавад-гите, в других писаниях. Здесь Шрила Прабхупада обо всем говорит, о материальной какой-то природе, да, он говорит здесь о духовном самосознании, буквально в одном комментарии, о чистой преданности, о преданности, смешанной с какими-то мотивами, как освободиться, да, от вот этих каких-то мотивов, что в конце концов, к чему мы должны прийти. И даже если быть очень внимательным, то даже о близких спутниках Господа, да, о Галоке Вриндаване здесь говорится. То есть один комментарий, а столько всего здесь находится, то есть... Поэтому Шрила Прабхупада вполне оправданно говорил то, что даже если человек прочитает одно предложение, да, один комментарий какой-то, или даже одно предложение, может быть, даже одно слово из этих книг, то он может стать сознающим Кришну. То есть у него есть все шансы на это. Это удивительно. И вот Бхагавад-гита и другие книги Шрилы Прабхупады, они обладают таким могуществом. По милости Шрилы Прабхупады и Гуру Парампары, да, Шрилы Прабхупада мы тоже знаем, помним, он говорит не от себя здесь, хотя, безусловно, он вкладывает свою реализацию также, поскольку даже вот мудрецы, да, Намишарани, когда они попросили Суту Госвами рассказывать, они сказали, скажи так, как ты услышал и как ты это понял, да, через себя пропустил. Это важные моменты, вот, так как услышал, по цепи ученической преемственности осознал, да, и вот определенное понимание тоже преданные закладывают на основе, и оно не отлично от священных писаний, если это чистый преданный, не отлично от священных писаний, не отлично от слов самого Господа. Вот. Поэтому даже просто прочитав этот комментарий, да, просто прочитав стих, мы уже
получаем огромную милость, огромное благо, соприкасаясь с трудами, комментариями чистых преданных Ачарьи Шрилы Прабхупады. Вот. Но если ближе к делу, да, к вот этому стиху непосредственно перейти и к комментарию, вообще, ну, это 7 глава Бхагавад-гита, она называется «Познание Абсолюта». Поскольку это практически последний текст, предпоследний текст этой главы, можно сделать небольшой обзор самой главы. Очень интересная глава, важная глава. Она, как и любая глава, в принципе, в Бхагавад-гите, это начало середины глав Бхагавад-гиты. Они начинают с 7 до 12 главы. И здесь будет описываться от главы к главе, увеличиваясь и углубляя знания о самой Верховной Личности Бога. Поскольку в предыдущих главах, в предыдущих 6, Господь рассказал о том, как живое существо может понять свою природу. Здесь вот комментарий Шрилы Прабхупады говорит, что это очень важный момент, чтобы осознать свою духовную природу, то есть осознать, что я не являюсь материальным телом. Он может быть не такой простой, как на первый взгляд кажется, да? Ну, в принципе, даже теоретически многие готовы признать, что я не тело. Ну, по крайней мере, не вот это материальное тело, но есть также тонкое тело, да, ум, чувства, желания разные. И вот с этим может быть уже сложнее разотождествить себя. Кто же я? Что это за живое существо? Что такое душа? Ахам брахмасми, я браман. И поэтому это важно ну, иначе мы просто останемся на мирском уровне, да, то есть какая-то религиозность мирская, какой-то традиции к телу, имеющая только отношение, да, там... Это неплохо, это хорошо, если мы стараемся так или иначе практиковать определенную религию, да, как сегодня вот утром Анака Прабху, отвечая на вопрос, отвечал разницу между религией и духовностью, да, можно послушать Шримад Бхагаватам утро, никто не слушал, и получить ответ на этот вопрос. Но, по сути, духовная жизнь или духовная практика, она... Ну, то есть она и начинается, и это надо реализовать, это, в принципе, глубокий уровень осознания, что я не являюсь материальным телом, я являюсь душой, вечной душой, духовной по природе, то есть отличное, да, от материи живое существо, оно отлично от материи. И вот как раз первые 6 глав, они говорят о том, что есть разные методы, чтобы осознать это, осознать свою духовную природу. Господь милостив, Он дал разные пути для разных людей, разных личностей. У нас есть выбор. Но любой человек, знаете, если есть выбор, и кто-то объяснит, что есть лучшее, что принесет наибольшее благо, то, в принципе, ну, здравый смысл говорит о том, что нужно лучшее принять. То, что лучше, то, что проще, и то, что приносит наивысшее благо сразу, да, то, что все в себя включает, да, как мы выбираем, например, какой-то... тариф, да, например, на телефоне. Естественно, мы будем задумываться, как нам выбрать такой, чтобы туда было все включено, все при этом работало, вот, и все было, ну, не было недорого, да? Ну, и так или иначе приемлемо, скажем так. Вот. То же самое Господь, Он объясняет, что да, есть разные тарифы, разные пути, но есть определенный путь, особый путь. Он прославляется во всех трудах великих ачарьев, госвами, в ведической литературе. Это такое сокровенное знание, но вот Бхагавад-гита, она раскрывает его, Кришна раскрывает здесь. Это бхакти-йога или преданное служение Верховной Личности Бога. Вот. Это можно, кто не читал, или, я думаю, наверняка большинство читали, но вот, допустим, если есть... кто-то, вот, кто еще не читал, можно первые 6 глав прочитать, узнать об этом, вдохновиться. И бхакти-йога — это значит преданное служение Верховной Личности Бога. Мы все с вами знаем об этом, мы пытаемся практиковать это на разных уровнях, в своем темпе, как вчера Джордж Прабху говорил, да, тоже на лекции по Бхагавад-гите, со своей скоростью каждый. Вот. Но чем решительнее, тем больше будет, да, результат. Вот. Но суть в том, что заниматься преданным служением Верховной Личности Бога можно
То есть преданное служение подразумевает деятельность для Верховной Личности Бога, которая посвящена Господу. И как в обычной, да, сфере, да, в обычной жизни, мы, если мы кому-то начинаем служить, да, что-то делать для кого-то, то, ну, как минимум, мы узнаем, что это за личность. То есть узнаем о каких-то качествах этой личности, наблюдаем, да, пытаемся получить опыт, что это за личность, и тем больше мы узнаем позитивного, да, об этой личности, чем больше мы узнаем эту личность, ну, я имею в виду, если эта личность хорошая личность, да, тем само желание что-то делать для этой личности, оно становится все больше и больше, как есть такое выражение, да, что любовь, она в деталях, да, в мелочах, то есть подробности какие-то важны в отношениях, чтобы даже проявить какое-то отношение. Нужно, если уж, и с другой стороны, если уж кому-то служить, надо знать, ну, что, как удовлетворить эту личность. Поэтому как раз срединные 7-6 глав, он, начиная с 7, она, Кришна, он начинает рассказывать о себе, очень сокровенное знание, о своей природе. Сам Господь, он рассказывает здесь о себе. И кто, как не он, может о себе рассказать, да? Только он и его чистые преданные, которые любят его и служат ему, могут открыть это знание, трансцендентное знание, оно находится, Господь находится за пределами материи. Вот. И поэтому это очень интересный раздел Бхагавад-гиты. И от главы к главе это знание будет углубляться, детализироваться, раскрываться все больше и больше. И интересный момент, что Кришна, он рассказывает, открывает также о себе это знание, ну, не любому, да, можно рассказать о себе все как есть, да, даже так мы на своем пути тоже это понимаем. Он рассказывает Арджуне, который является его преданным и его близким другом, то есть у него нет никакой предвзятости по отношению к Кришне, никакой враждебности и зависти нет. Поэтому Господь, он может рассказать себе о себе так, как таким, какой он есть на самом деле, этой личности. И через Арджуну, да, через эту личность, через Бхагавад-гиту мы также можем услышать вот это знание из первоисточника. И 7 глава, вот, которую мы сейчас заканчиваем с вами читать, она рассказывает именно о Верховной Личности Бога, как об источнике всего сущего. Да? Кришна, он здесь говорит, что, во-первых, это знание ты можешь получить только если будешь слушать из достоверного источника, то есть от Господа, либо от его представителя. Поэтому с самого начала он Арджуну настраивает: «Та чарину, слушай меня, я сейчас буду говорить тебе, ну, то есть давать тебе трансцендентные знания», как мы часто это слышим, да, что через уши можно получить, видеть ушами, а не глазами. Духовная жизнь, она, духовный опыт, глаза могут подвести, но если мы слушаем из верного источника, Шабда Брахман, да, трансцендентный звук, трансцендентное знание, то оно проникает в сознание, вглубь сознания, пропитывает ум живого существа. То есть это так, как мы можем на самом деле через уши познать абсолютную истину. Вот. В ведах это так и принято, да, ученик, он слушал от духовного учителя. И потом не просто слушал, он практиковал, делал то, что духовный учитель говорит, и получал непосредственный опыт. Вигьяна это называется, да, непосредственный опыт духовный. Поэтому Кришна, прежде чем рассказывать себе, он говорит Арджуне: слушай, тащирину, и он начинает открывать ему это знание и рассказывает о себе как об источники, все, что мы видим вокруг, это является определенной энергией. Кришна объясняет, какие есть энергии. Есть пара пракрити, материальная энергия или низшая энергия. Он описывает это в начале 7 главы. Есть апара пракрити. Апара — это низшая, пара — это высшая энергия, да, живые существа. Но все, что мы видим, и мы сами, включая нас самих, Господь говорит, это я источник всего этого. Разные энергии, но они исходят из меня. И слово энергия, оно такое, ну, можно многое под ним подразумевать, да, если просто взять слово энергия. То есть, что это? Сила какая-то, да, какой-то
что конкретно. Но одно из качеств энергии, тоже наверняка это рассказывали уже, когда вот эти стихи изучали в Бхагавадгите, одно из качеств энергии — это то, что она всегда зависит от источника. Энергия, Шрила Прабхупада там в комментариях к одному из стихов, он объясняет, энергия, она зависит от источника. Вот если нет электростанции, то света в лампочке ее тоже не будет, электричества. То есть есть какой-то источник, да, который аккумулирует и дает, распределяет эту энергию. Или если не будет солнца, то ну, не будет энергии, да, есть источник солнечной энергии, это солнце. И вот Господь, он важное знание для нас на самом деле, потому что, как правило, ну, даже мы, может быть, практикуя сознание Кришны, в какой-то момент, ну, кажется, что все вот оно само по себе откуда-то существует, да. Есть воздух, можно им дышать, есть солнце, ну, когда есть, да. Когда оно всегда есть, но не всегда можно его увидеть в некоторых местах нашей планеты. И вот все оно само собой разумеющееся, да. Так вот есть и есть, и, в принципе, как данность воспринимают даже вы существуете в материальном мире. Но седьмая глава, чему она учит определенной благодарности. То есть источник — это не просто вот надо ну, как бы испугаться, да, что вот есть какой-то источник. Это значит, что мы всегда зависим от милости Бога, от милости Кришны. Вот. И более того, он рассказывает, что не только я... источник всего, да, что из меня все исходит. Но я еще и то, что основополагающий принцип всего, да, он приводит разные примеры, говоря о том, что если, то есть Господь, он является основой всего также. Он, Господь говорит, Кришна говорит в этой главе, что я вкус воды, например, без воды, без вкуса вода это не вода, то есть если мы вспомним, или кто-то, кто сейчас имеет возможность пить воду, да, из чистого источника, колодец или там какая-то, ну, какая-то скважина, да, или чистая горная река, то там определенный вкус присутствует. Он утоляет вообще все потребности, да, в общем-то, вкусовые. Этот вкус воды, он очень значим для животных, что без воды невозможно жить, да, невозможно жить. Живые существа нуждаются в воде, нуждаются в этом вкусе также. Но мы воспринимаем его как данность. Пошел, открыл кран, да, в принципе, вода течет. Но тоже Бхагавадгита, там много тем, конечно, но и один из моментов седьмой главы, это именно что, ну, с благодарности, да, Господу, с благодарности Верховной Личности Бога начинается бхакти, преданное служение, с понимания того, что кто-то, какое-то живое существо, да, нитьё нитьянам, читанаш читананам и кобаху нам, Ядвидатхати Каман, он удовлетворяет желания всех других живых существ. Вот, поэтому здесь тоже вот этот момент Кришна раскрывает, и он говорит, что я, например, аскетизм всех аскетов, да, Кришна говорит. Ну, то есть представить себе аскета не аскетичного, это что-то не то, да. Аскет по определению должен быть аскетичен. Вот, и Кришна говорит, это я в них, вот эта вот способность, да, аскетировать. То есть, или он, Господь говорит, что я жар огня. Жар огня. Огонь без, без жара, что это за огонь? Да? Вот в Индии, кто ездил, может быть, в холодное время, мы только там, ну, я, например, на видео вижу, да, что там, в принципе, там климат достаточно теплый, мы знаем, да, климат Индии, но холодные времена года, там, ну, может быть холодно, там, рано утром или вечерами. И люди, они просто разводят огонь, костры, да, и стоят, греются вокруг огня. Это естественно, получать тепло естественным образом из огня. Но Господь говорит, это я, этот жар огня, я проявляюсь так. И вы можете удовлетворять свои какие-то потребности насущные. Мы можем удовлетворять по милости Кришны. Это вот седьмая глава тоже об этом описывает. Сейчас, конечно, есть разные виды, да, огня. Я, мой духовный учитель рассказывал, что есть, они даже проводили такую ягу, да, что есть на телефоне свеча, которая, да, такая там, такая чувствительность у экрана, да, вот эти, что даже если мы дуем в этот экран, то пламя свечи, оно начинает колебаться. Вот.
так как-то сейчас техника на разные способы предоставляет, но если мы захотим согреться, нам будет холодно, то сколько бы мы эту свечу на нее не смотрели, не подносили бы к ней руки, не как-то не мы не согреемся. Огня, ну, у нас возникнет какое-то сомнение, является ли это действительно огнем, да, по-настоящему. Вот, но вот жара дня, Господь говорит, более того, Он говорит, я огонь пищеварения. То есть я мало того, что благодаря солнцу, луне, да, Кришне появляются все виды там овощей, фруктов, злаков и так далее, но я еще и помогаю живым существам и это все перевариваю. То есть какие-то самые важные насущные потребности, Кришна, Он говорит, что это я источник, и я позволяю живым существам это делать. Поэтому мы должны помнить об этом, да, и понимать, что преданность начинается с благодарности, с уважения, вот. Также и по отношению к духовному учителю, да, к вайшнавам, вайшнаве, которые много нас вложили уже и вкладывают, как мы начинаем любое чтение священных писаний, мы произносим Мангалачарану. Вот. И там, на самом деле, что это? Это прославление великих личностей, преданных. И вот это вот Шри Гурун Вайшнавам Сча, там у всех Вайшнава, всех учителей, всех наставников, кто так или иначе помогает нам идти по этому пути, преданные произнося эту молитву, они благодарят, прославляют также Верховного Господа и так далее. То есть это, ну, важный момент, 7 глава об этом учит, этому говорит. Вот. И также в этой главе описывалось, что хотя Кришна повсюду, да, источник всего сущего повсюду, но вот так вот мы смотрим на улицу, да, вот я смотрю сейчас там дерево, дом, да, людей нет. То есть, ну, где там Кришна, да, вот если так невооруженным взглядом посмотреть, если мы не знаем, Бхагавадгиту нам не рассказали, садху об этом знании, то вот так просто вот раз и увидеть, что есть источник, и что это еще и личность, верховная личность Бога, это непросто. Почему Кришна также объясняет в этой главе, что гуны материальной природы, они, ну, как бы скрывают от души Господа, да? На самом деле эта связь никогда не утрачивается, но из-за желания живого существа наслаждаться материей гуны, они как бы покрывают, да, этот покров иллюзии. И Кришна здесь тоже говорит, что преодолеть можно с легкостью, хотя трудно преодолеть, он говорит, да, даю хеши гуна мои, мама моя дурати, я мама вам е пропаденте, моя мама тарантите, да, преодолеть влияние этой моей божественной энергии, это тоже его энергия, чрезвычайно трудно, Господь говорит, но тот, кто предается мне, с легкостью восходит из-под ее влияния, да, вот это вот секрет, предаться источнику как раз, всех гун, всего, что мы видим, нас самих, и это защищает живое существо, да, от этой иллюзии. Но так или иначе, это не так просто, с одной стороны, мы услышали, да, но с другой стороны, Кришна, он продолжает эту главу, он говорит, что есть те, кто никогда не предается мне, ну, так или иначе, мы не будем подробно, но это объяснялось уже в предыдущих стихах. И те же существа, которые предаются Господу, они обращаются к Господу, у них есть эта преданность, желание и понимание, что Господь, Он Верховная Личность Бога, и мы зависим от Него. Да, еще раз эта глава, она говорит о том, что мы действительно зависим от Господа, мы зависим от Его милости во всем. Вот. Мы Его слуги. Вот. И те, кто предаются, но это называется сукритина, да, те, кто имеют еще какие-то свои желания, мотивы, может быть, но они обращаются с исполнением этих желаний к Господу, Верховной Личности Бога. Вот. И тоже они описываются подробно, их как бы мотивы, так сказать, разные там примеры приводятся. Кришна говорит, что это все необычные живые существа, поскольку они ко мне обращаются. Но из них, из всех, вот дорог мне больше всех, он говорит, это тот, кто гьяни, да, тот, кто не имеет каких-то корыстных желаний, и он просто уже вот хочет познать абсолютную истину, у него вот один интерес такой уже, у него нет материальных желаний, но там тоже есть такая, это уже люди, которые преданным служением, в принципе, занимаются, они встали на путь преданного служения, но пока еще их
преданное служение не является они абилашта шуньям гьяна кармати навритама нукальяна кришнану шелну бхактируттама, да, чистым преданным служением, которое лишено примесей кармы, гьяны и прочих других примесей, и которое анушило нам, да, деятельность какая-то определенная по стопам предыдущих ачарьев, направленная на удовлетворение нукульена, для удовлетворения Кришны, да, объектом удовлетворения этой деятельности является Верховная Личность Бога Кришны. Пока они еще на пути этом, и если они соприкоснутся с чистыми преданными, они, как здесь говорилось и во вчерашнем стихе, они тоже могут очиститься от посторонних мотивов и практиковать чистое сознание Кришны. Вот, и здесь, в этом стихе, если уж совсем, да, вернуться к стиху, ну вот, мы подходим к тому, что вообще вот это последние стихи, они объясняют, что же мешает, да, живому существу обратиться к Кришне, что же мешает служить Богу. Это, как уже объяснял в предыдущих стихах, ичха, двеша, да, желания разные материальные, и двеша — это чувство зависти, да, враждебности по отношению к Господу и к другим живым существам. Двеша, двойственность, да, такая. Рага, двеша, да, вот эти все препятствия, которые опутывают душу в материальном мире, можно так сказать. Вот. И здесь говорится, как же выйти из-под влияния ичхи и двеши, и вот описывается вчера, во вчерашнем стихе, да, с решимостью посвятить себя служению Господу. И в этом стихе, в 29-м, описывается тоже преданные, да, преданные, они встали на путь служения Господу, они пока еще, может быть, в полной мере не знают Господа, но они понимают, что есть источник всего сущего, но их преданность, она пока еще смешана с определенным мотивом, у них есть желание освобождения, да, здесь говорится, стремятся освободиться из плена старости и смерти, но они уже находят прибежище в трансцендентном, то есть они осознали себя душой, Ахам Брахмасми, и они также ищут прибежище в духовном, трансцендентном Господе. Вот, и здесь Кришна говорит, что они также могут освободиться из плена материи, Шрила Прабхупада объясняет об этом в комментарии, поскольку их объект, их медитация — это то, что находится за пределами материи, как раз Господь. Вот. И интересный тоже для нас момент, вот в комментарии Шрила Прабхупады он говорит, что осознание себя брахманом, как сказано в этом стихе, является также частью практики преданного служения. Частью практики преданного служения. Вроде бы мы так вот специально, да, не практикуем, да, у нас нет как бы такого, ну, то есть какие-то этапы, знаете, регалии, что вот этот осознался брахманом, этот осознал параматму, да, этот осознал Бхагавана. Но, тем не менее, это важный, важный момент, как мы вначале говорили, также и для нас, как для преданных, вот это понимание, отличие себя от тела. В принципе, Шрила Прабхупада, если мы послушаем его многие лекции, то основной момент, основное, что вот посыл, да, который Шрила Прабхупада, он говорит в лекциях, он говорит о том, что вы не тело, да, осознайте это. Я помню, как Шиландрадьёмна Свами Махарадж, он рассказывал, как свой опыт, когда он первый раз увидел Шрилу Прабхупаду, встречая в аэропорту. Также там присутствовал также его святейшество Бхактибринга Говинда Махарадж, еще один преданный, они вот дружили тогда и сейчас тоже продолжают общаться. Как-то они вот втроем снова встретились спустя многие-многие годы уже, и Махараджи, они стали делиться вот воспоминаниями о той встрече. Первый раз, когда они увидели Шрилу Прабхупаду в том аэропорту, где-то это было в Детройте, где-то в Америке. Так или иначе, Шрила Прабхупада прилетел, и раньше преданные, они встречали Шрилу Прабхупаду, это был пышный прием, киртаны, и, как правило, еще Шрила Прабхупада в аэропорту давал какую-то лекцию, большую, небольшую, ну, то есть какое-то обращение к ученикам, и также там были журналисты, тоже они могли что-то спрашивать. И вот это был один из таких прилетов, и Махараджи, они были одними из учеников, которые слушали Шрилу Прабхупаду, его лекцию, и потом, спустя годы, они делились, что же они вот с этой лекцией им запомнилось, с этой встречи Шрилы Прабхупады. И вот встреча с Шиландрадьёмна Махарадж, он, делясь, он сказал, знаете, мне запомнилось больше всего, что Шрила Прабхупада, он посмотрел
да, на нас, на его учеников, и он сказал: пожалуйста, я вас прошу, поверьте мне, что вы не являетесь этим телом. И вот это, когда это говорит чисто преданный, да, он сам реализовал это, и это, ну, так кажется, ну, я не тело, ну, как, в принципе, понятно, да, но на самом деле это очень, ну, важный этап тоже в духовной практике для преданных, ну, который, естественно, мы как-то специально не практикуем, но вот сама практика бхакти, она, ну, приводит это к этому, да, и вот Махарадж, он говорит, Гуру Махарадж, он говорит, что он запомнил этот момент, очень ярко его прям, и он говорит, что, ну, поверил Шрила Прабхупаде в тот момент, когда он сказал, и когда его святейшество Бхактивринга Говинда Махарадж делился о том, что же ему запомнилось этой встрече, он сказал, что, знаете, мне запомнилось то, что Шрила Прабхупада посмотрел на меня и сказал: пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, поверьте мне, что вы не являетесь этим материальным телом. Вот. И третий преданный, тоже ученик Шрила Прабхупады, не помню, к сожалению, кто это был, сейчас не могу вспомнить, но он сказал то же самое, что я запомнил, что Шрила Прабхупада сказал: пожалуйста, прошу вас, поверьте мне, что вы не являетесь этим телом. Вот. И это, ну, когда это слышит, мы слышим, почему нам так важно слушать лекции Шрилы Прабхупады, читать книги Шрилы Прабхупады, слушать духовных учителей Шраванам, потому что, к сожалению, в материальном мире все время это затирается, да, гуны, они влияют как-то, отождествление себя с телом очень сильно, вот, и даже несмотря на то, что мы имеем, что в этом ничего-то хорошего нету, в принципе, отождествление себя с телом, никакой сильной радости это не приносит, вот, но поскольку невежество, оно влияет, нам нужно постоянно слушать, регулярно, да, для нас постоянно значит регулярно. Как недавно один преданный, он задал вопрос, когда Дайван Прабху давал лекцию на воскресенье прошлое, позапрошлое уже, он спросил, почему же вот нельзя слушать постоянно, да, я слушаю там 3 лекции в день, сейчас у нас особенно много возможностей слушать лекции, и вот уже 3 лекции, и все, больше не могу слушать, но в принципе, ну, не нужно тоже имитировать, да, какой-то уровень, но нам нужно делать это регулярно. Для нас постоянно это значит регулярно, то есть, ну, как минимум раз в день мы должны услышать Шрилу Прабхупаду, духовного учителя, также регулярно почитать книги и также слушать Святое Имя. И это будет, вот эта регулярность, она принесет свои плоды, будет очищаться постепенно сознание, будет приходить вдохновение, да, радость от этого процесса. И, может быть, в какой-то момент уже как раз захочется делать это и постоянно. То есть это вопрос практики тоже, практики и вопрос милости, конечно, Кришны. Вот, безусловно, мы зависим от его милости. Вот, поэтому вот здесь Шрила Прабхупада говорит, что преданный, для него это тоже важно, вот эти этапы проходить. Это вообще-то, на самом деле, это 5 глава описывает Бхагавад-гиты, вот это... Те этапы, которые бхакти-йог также проходит, внутренние этапы осознания себя душой, осознания параматмы, да, Господа, который пребывает в сердце каждого, он везде находится, повсюду. Я душа, это хорошо, но есть еще Господь, который везде находится. И осознание Бхагавана, который вообще является верховной личностью Бога, да, и он, его качества удивительные, его деяния, его... природа, которая описывается в Шримад Бхагаватам, в источнике вечного наслаждения, Кришна Бог и так далее. То есть это разные этапы. И 5 глава, она часто тоже, мы ее читаем, и вот мы когда курс проводим, например, преданные, они тоже делятся, что пока как-то в обществе преданных не обсудишь эту главу, как бы не почитаешь, не услышишь какие-то объяснение этих стихов, да, и обсуждение комментариев Шрилы Прабхупады, то порой кажется непонятно, о чем там вообще идет речь. Да, там такие стихи, что когда этот человек, он открывает и закрывает глаза, да, там ходит, двигается, там упражняет кишечник, на самом деле он ничего этого не делает, он просто это гуны взаимодействует, чувства с объектом восприятия чувств, то есть такое описание, что кажется, что это какая-то личность, ну, что ему там дай пучок травы, да, что он там
Расагул, то все как бы одинаково, да, будет. Но здесь речь идет не об этом, это вполне осознающая личность, то есть, но просто он не отождествляет себя с телом. Там как раз описываются вот эти признаки того, кто не отождествляет себя с телом и не считает, что потребности тела, они вот наиважнейшие. Он их удовлетворяет, и, в принципе, в сознании Кришны у нас немало возможностей, да, вкуснейший просад принимать, то, что божества кушали, или быть в прекрасных местах, очень красивых, таких как Вриндаван или Майпур-дама, которые наполнены также, ну, если внешне посмотреть, какая там красота, птицы, растения, то есть это все очень красиво. Ганга, божества тоже у нас, ну, они прекрасны, да. Но это значит, что просто такой человек, который находится на уровне освобождения, он себя не отождествляет с этим телом, потребности своего тела, он просто их как бы, ну, удовлетворяет столько, сколько это необходимо, и сосредоточен на своей духовной природе, на преданном служении. И поэтому, когда мы читаем, нам порой 5 глава кажется сложно понять, потому что там описываются внутренние реализации вот такого, ну, йога, да, такого преданного. И потом там описывается, что он осознает также параматму, что Господь, он пребывает в сердце каждого, и не только он на алтаре, например, да, стоит, или наоборот, что он где-то в сердце, а больше его нигде нету. То есть, а параматма, он везде находится. Вот один из аспектов того, что вот поклонение божествам, да, когда преданный вот там в комментарии тоже Шрила Прабхупада говорит, форма арчи. Форма арчи — это значит форма божества, да, которое является самим Господом, написано в авторитетных священных писаниях, есть определенные способы, как эту форму создать, то есть вот подробности можно прочитать в разных книгах, есть книги, вот, например, Дживараджа Прабху, да, которые там подробно описывают разные виды божеств, поклонения божествам и так далее, очень глубоко и детально можем это изучать, но суть в том, что так вот, если человек правильно поклоняется божествам, да, в правильном сознании, старается следовать правилам, предписаниям и делать это искренне, то Хари Кришна старается делать это искренне, то вот, ну, одним из результатов этого того, что такой преданный, он начинает понимать, что Господь, которому он поклоняется, он на самом деле пребывает в сердце каждого живого существа, в сердце каждого. То есть это, ну, уровень сознания параматма. И он начинает к каждым живым существам, к каждому относиться одинаково, ну, хорошо. Да? Вот этот известный стих из 5 главы «Видья Виная Сампане», где говорится, что ученый человек, да, по-настоящему ученый человек, он одинаково относится, смиренный человек одинаково относится к браману, слону, собаке, собакоеду, корове, то есть это разные живые существа, в принципе, выглядят они тоже по-разному, ведут себя по-разному, и он не то, что он одинаково прям с ними строит одинаковые отношения, но он видит одинаково, что это душа, живое существо, и там есть Господь рядом пребывает, поэтому он, в принципе, он, ну, почтительно ко всем относится, да, с уважением. Остановилось видео. Что же делать? У всех остановилось видео. Так или иначе, если не у всех, то все нормально. Спасибо большое. Ну, потому что если оно остановилось у всех, то смысла продолжать не имеет большого. Хотя, спасибо. А вот, то такой человек, он вот как раз тот, кто поклоняется божествам, в какой-то момент, да, преданные, они также, ну, начинают видеть, что Господь, которым они поклоняются, он всюду пребывает, да. И вот этот вот человек, который видит одинаково, он увидит также, что Цвердушана пребывает повсюду. И в ведах объясняется, что такой человек, он не испытывает страхов, беспокойств каких-то, потому что Господь пребывает повсюду. Но сознание параматмы — это не еще и не высший аспект постижения Бога. Как Бхагаватам в одном из комментариев Шрилы Прабхупады, он пишет, что недостаточно осознать, что Бог находится внутри всего.
Да, интересный момент. Тут сегодня я прочитала. Также нужно осознать, что он находится и вне всего. И также нужно осознать, что он есть личность, которая находится, ну, личность, которой нужно поклоняться, с которой можно и нужно развивать отношения личностные, живые, Бхагаван, да, осознание Бхагавана. И все это вот заложено в нашем процессе также. Но с самого начала Шрила Прабхупада нам говорит, что сразу он нас направляет на высший объект поклонения. Он говорит, слуга Кришны, да, верховной личности Бога. И описывает, чисто преданно он описывает, кто такой Господь. И дальше в Бхагавадгите, если вы останетесь на нашей волне, да, так сказать, вы сможете прочитать и послушать от преданных 8 главу, которая будет описывать как раз дальше про вот такого решительного йога, который вчера Джордж Прабху говорил, про решимость, да, что решимость нужна очень в практике. Вот 8 глава будет описывать этого решительного йога, который стремится к освобождению и так далее. И будет описывать также, что есть анани бхакты, чистые преданные, которым, в общем-то, нужно просто сосредоточить свое сознание на Кришне и служить ему с любовью и преданностью. И Господь позаботится о таком преданном. Есть много примеров тому в разных писаниях, в Бхагаватам, например. Да, мы знаем пример, например, Друва Махараджа, когда он оставлял этот мир, ему даже не нужно было прилагать усилия, чтобы оставить его в какое-то время конкретное или как-то вот. За ним просто прилетел корабль с Вайкунтхи, он даже не думал об этом. И Господь послал своих спутников, и он вступил на этот корабль, когда он вступал на него, он олицетворённая смерть пришла, да, поскольку он оставлял этот мир, но он просто вступил ей на голову, да, и зашел дальше на корабль объясняется. Никакого страха, да, у преданного нет. Это очень удивительный процесс, удивительный путь. И вот, изучая дальше Бхагавадгиту, и к чему я это говорю, вы можете все это дальше подробнее узнавать, изучать. Например, 9 глава, она будет описывать самое сокровенное знание, как бы большая тайна, тайна тайн, рахасьям. Будет описываться, раскрываться в 9 главе, Кришна сам будет о себе рассказывать, еще более открывать свою личностную природу, потому что, ну, действительно, можно привязаться к кому-то, только если мы действительно узнаем эту личность с разных сторон. И даже не так, мы не можем узнать, личность сама может открыться, да, по милости Господа, она может открыться, удивительные качества каких-то личностей, и видя это мы понимаем, да, что мы готовы служить этим личностям, видя их удивительные качества, проявления качеств, да, которыми наделил их Господь. Также и здесь, узнавая больше о Кришне, подробности, детали, обязательно нужно Шримад Бхагаватам тоже читать, тоже узнавать. И также важно для нас, вот мы сейчас философские, да, какие-то моменты обсуждали, может быть, это несколько, ну, мы уже слышали об этом, или что-то, может быть, знаем, но так или иначе, это важно для нас. Бхагавадгита — важное писание, священное писание, нужно его постоянно быть в контакте, да, с Бхагавадгитой. Мы в контакте каждый день с кем-то, с чем-то, да, какие-то посматриваем новости, что-то еще общаемся, но вот с Бхагавадгитой нужно не терять эту связь, этот контакт. И также необходимо баланс соблюдать. Нужно читать также и истории о Господе, прошу прощения, лилы, да, какие-то деяния Кришны, потому что в конце концов это тоже важно для нас момент. Например, Кришна Бук, да, книга, которая описывает. Там только описываются игры Верховной Личности Бога, его деяния в отношениях с его преданными, во Вриндаване, в Двараке, разные такие моменты, которые мы хотя бы пока на уровне того, что это какие-то истории, да, как какие-то повествования можем читать. Потом, если мы будем больше изучать эту науку, эту тему, мы можем видеть какие-то, может быть, будут открываться какие-то нюансы этих историй, нам захочется знать какие-то подробности больше, да, об этих историях, что какой демон олицетворяет, да, почему Господь Кришна именно так сделал, почему именно так произошло. Но даже хотя бы на уровне вот истории того, что просто событий, да, которые там происходили, поскольку они связаны с Верховной Личностью Бога, и они это описывают чистой бхакти, то они очень
важно нам тоже их читать. Шрила Прабхупада, он, в принципе, говорил, что утром мы изучаем Шримад Бхагаватам. Это у нас есть сейчас, есть такая возможность с преданными, даже вот в онлайн-режиме. Вечером мы изучаем с преданными Бхагавад-гиту, как она есть, тоже опять вспоминаем о Господе, сосредотачиваем свое сознание на нем. И перед сном Шрила Прабхупада говорил, можно читать книгу о Кришне, «История о Кришне», потому что мы идем по стопам Господа Чайтанья Махапрабху, да, и он нам объясняет, рассказывает Дживера Сварупа Хая, Кришнера Нитянаса, что мы вечные слуги Кришны, но также нужно и слушать о Кришне, да, читать о нем именно как о личности, его деяния, как эта чистая бхакти проявляется в отношениях Кришны с Верховной Личностью Бога. И вот под конец я просто уже, чтобы уже достаточно много времени прошло, чтобы завершить, просто я вспомнила, как раз говоря о книге Кришны, что вчера я читала одну историю из книги Кришна. Это история о том, как Кришна, он похитил одежды у юных гопи. Недавно я читала Шрила Прабхупаде, и Шрила Прабхупада на лекции, на одной из лекций, публичной лекции, он вспомнил вдруг эту историю. Мы не будем ее сейчас пересказывать, вот, можно и почитать самим. Но он вспомнил эту историю Шрила Прабхупада, и сначала было видно, что он думал, рассказывать ее или нет, потому что такая история, она особенная, да. Там особая Кришна, он такой хитростью украл одежду у гопи. Но потом он все-таки рассказал, и преданные, которые записывали, да, это в трансцендентном дневнике описывает Харишаури Прабху, что Шрила Прабхупада очень смеялся, описывая, как качество Кришны, как разум проявил Кришны, как он был в отношениях со своими преданными. И я вчера читала, и интересный момент, то, что меня очень запомнилось, это то, что удивительно, что гопи, да, ближайшие спутницы Кришны, близкие его преданные, ближайшие, они тоже прилагали такие усилия, да, такую решимость, вот вчера Джаварадж Прабху говорил о решимости, да, насколько это важно в духовной жизни, накопить такое, как он говорил, накопить вот определенное, занимаясь духовной практикой, чтобы потом уже стартануть, да, как ракета, он говорил. То есть, и удивительно, что на самом деле решимость это очень важна. И даже на примере таких ближайших спутников, чистейших, преданных Господа, мы видим, что они хотели, чтобы Кришна стал их мужем. И они прилагали такие усилия к этому. Там описывается в начале главы, что они в течение месяца дали обет брату для того, чтобы это совершилось. Они целый месяц питались только одной, это такое блюдо, рис и дал вместе с вареной, хавишьяна называется, да, то есть без специй, Шрила Прабхупада говорит, ничего там не было, даже соли. Это были маленькие девочки, юные еще совсем, и они каждое утро рано вставали, омывались Ямуне, поклонялись богине Катьяяне и принимали вот эту простую аскетичную пищу в течение всего месяца. То есть какая решимость, да, можно посмотреть, насколько они были решительны и тверды в своих обетах, вдохновиться. Вот. И другой момент, что они это все делали, и удивительно, да, вот это сознание жителей Вриндавана, что они это делали, хотя, казалось бы, они хотели, чтобы Кришна стал их мужем, да, но это не корысть какая-то, это на самом деле они делали это для того, чтобы доставить Кришне удовольствие, да, то есть вот этот момент, что все, как вот тоже Чайтанья Прабху, он рассказывал там в семинаре, 12 лесов Раджа, да, вот парикрама по лесам Вриндавана, да, он рассказывал вот эту историю про Тхинукасуру, что мальчики, они сказали Кришна и Баларама, пойдемте в этот лес, отведаем фруктов тала. Но там вот объясняется, что они сказали это с любовью, с премой, и они не хотели сами наслаждаться, они хотели увидеть удивительные деяния Господа и хотели доставить Ему удовольствие. Вот, это тоже такой интересный момент. И также гопи, они тоже хотели своими деяниями, своей практикой, да, доставить удовольствие Кришне.
Поэтому мы просто можем читать эти книги, там какие-то простые вещи для себя отмечать, вдохновляться, может быть, обсуждать с преданными сейчас, поскольку мы вживую не можем встречаться, созваниваться, обсуждать, делиться впечатлениями вот, о лилах Кришны, да, о деяниях Господа. И таким образом поддерживать себя, да, в сознании Кришны, помогать другим. Харе Кришна, спасибо большое за внимание, за то, что позволили послужить. Если есть какие-то вопросы, можно, наверное, сейчас их задать, если все еще трансляция идет. По Бхагавад-гите, потому что мы прочитали или рассказывали. Вот. Но если вопросов нет, то мы можем, в принципе, на этом остановиться. Если связь, сейчас видно, видео идет еще, все еще, то может написать из преданных. Да, есть, похоже. Спасибо большое. Ну, вот не видно, чтобы были какие-то вопросы. Тогда мы на этом закончим наше общение. Шишинтая Гоура Чандра Ки Джай, Шри Шинтая Шачинандана Ки Джай, Шил Прапада Ки Джай, Шримад Бхагавад Гита Грантарадж Ки Джай, Нитая Гоура Примананда Хари Гоу, все осталось преданным.